20:40 поступила заявка от дежурной части ЦОЛ о том, что на балконе плачет девочка. Прибыв на место, обследовав дом, увидели, что на третьем этаже стоит девочка. Примерно 5 лет. Очевидцы пояснили, что данная девочка стоит примерно с 18:00 и плачет. Спросили у нее, что случилось, она пояснила, что сережка зацепилась за штору, не может освободиться. А где родители? А пояснил, что ушли на работу. Дедушка с бабушкой на даче. Через некоторое время пришла бабушка, у которой были ключи от квартиры. Но открыть не смогли, так как дверь была закрыта на щеколду. И приняли решение спуститься с балкона 4-го этажа. Не было страховочных поясов, канатов у очевидцев. Взяли ремень и, придерживая, капитан Жанбек спустился с 4-го этажа на 3-й этаж, запрыгнул.